Продюсеры СТС пригласили Ольгу Бузову в свое развлекательное шоу, куда прицепом пошел и Давид Манукян. Это уже стало нормой. Когда, приглашая Бузову на концерт, надо иметь в виду, что она поставит условия найти номер и для дам. Надо же ему в конце концов иметь деньги, чтобы устраивать для Оли приятные сюрпризы. Так вот, парочка примет участие в одном из выпусков нового семейного шоу Лены Летучей «Детки-предки». Что интересно, канал СТС анонсировал, что на одной съемочной площадке встретились Ольга Бузова, Дава, Ирина Салтыкова, Ханна, группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным. Интересно, если они действительно все встретились, то как повели себя Бузова и Ханна? В свое время они были подругами, но после развода бывший муж Бузовой Тарасов устроил грандиозную вечеринку для себя и Анастасии Костенко, где пела Ханна. Тогда Бузова страшно обиделась, высказав Ханне все, что она о ней думает.